правительство России предложило план по ужесточению санкций за превышение скорости. Все нововведения, рассчитанные на 2020 и 2021 годы, будут заложены в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Но при одном условии – если их поддержат руководство страны и Госдума. Напомним, что сейчас водителей не штрафуют за превышение скорости менее чем на 20 км в час. По словам вице-премьера Максима Акимова, который приводит «Коммерсант», этот нештрафуемый порог будет отменен. При этом ужесточение будет происходить поэтапно. Сначала региональным властям дадут право самостоятельно снижать нештрафуемый порог с 20 до 10 км в час. Список регионов пока неизвестен, так как ГИБДД и Минтрансу только предстоит определить критерии отбора. Следом водителей ждет увеличение существующих штрафов. Этот законопроект уже ранее анонсировала ГИБДД. В частности, за превышение скорости на величину от 20 до 40 км в час предлагается повысить штраф до 3000 рублей. Правда, конкретные размеры санкций будут прорабатываться ориентировочно в первом квартале 2020 года. А третье новшество – это лишение права на 50% скидку при уплате штрафа, если водитель слишком часто нарушает правила дорожного движения. Количество и виды нарушений, которые станут основанием для такого лишения, власти определят позже. Кроме того, независимо от принятых решений, правительство и МВД планируют провести масштабную ревизию всех знаков и ограничений скорости на дорогах. Это будет происходить параллельно с подготовкой законопроекта.